показывать подготовку к аукциону «Капель-22», который мы намереваемся провести 29 апреля, в пятницу, по новому адресу, в другом адресе, это в студии школы Хабарова на Пушкина 4. Нужно войти во двор на второй этаж. Начало аукциона в 7 часов вечера. Аукцион мы будем транслировать, скорее всего, в прямом эфире Фейсбука. Вот эту картину я сегодня взял из мастерской Алексея Ефремова. Картина называется «Вешние струны 70/40», холст масла, 2021 год. Начальная цена аукциона 40 тысяч рублей. Это место художник Алексей Ефремов нашел под Санаторной горой в Нижних Серьгах. Там еще на вершине стоит знаменитый олень. Но Алексей не стал оленя рисовать в силу каких-то только ему известных причин. Ему было любопытно скомпоновать такой формат, где хотелось зрителю активировать впечатление от темы струны, звонкости, высокого состояния души. Показать, как ветер играет на струнах берез вечную песню весны. Эолова арфа природы. Вот, если кому-то эта картина уже сейчас интересна, делайте заявочки, делайте ставочки. Вот эта картина так выглядит с оборота. Вот. Весна уже идет, гудет. Ждем ваших заявочек, ждем вашего участия. До встречи!